Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. За 4 месяца почти по 500 договорам кировчане взяли кредитные каникулы. Общий объем средств по ним составил около 200 миллионов рублей, рассказали в отделении Киров Волговятского главного управления Банка России. Также с 1 марта по 30 июня были предоставлены ипотечные каникулы по 15 заявкам на сумму более 40 миллионов рублей. Возможность взять кредитные каникулы кировчане получили с 1 марта этого года. Такой механизм, к слову, уже применялся во время ограничений, связанных с коронавирусом. Кредитные каникулы предоставляются физлицам или ИП, если ежемесячный доход снизился не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. Во время льготного периода должник освобождается от всех платежей, при этом штрафы и пени не начисляются. Продолжительность периода до 6 месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами можно один раз по каждому договору. Программа «Экономика». Бывшего полицейского в Кировской области будут судить за взятку и мошенничество. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего сотрудника полиции. По версии следствия, сотрудник МВД из Слободского, занимая свою должность, получил 290 тысяч рублей за предоставление предпринимателям, занимающимся продажей алкоголя, информации о рейдах, а также за непривлечение к ответственности за обнаруженные нарушения. Помимо этого он неоднократно совершал хищение денег у предпринимателей, вводя их в заблуждение о том, что обладает информацией о проведении проверок в сфере незаконного оборота алкогольной продукцией. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Экономика на 101 FM. На 50 миллионов рублей закупили учебники для кировских школьников. Деньги выделили из областного бюджета. В этом году в регионе обновляют учебники для 4-х классов. Также новыми учебниками обеспечат 7-классников государственных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, централизованная закупка учебников ведется для 15 школ, которые в этом году участвуют в программе капремонта. Там обновляют учебники, которые были сильно истрепаны и стали непригодны для использования. Среди них учебники по русскому языку, геометрии, литературе, истории, иностранным языкам и географии. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 45 копеек, евро 61,70. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.